мастер спорта международного класса. Многочисленные призеры этапов Кубка мира. Серебряный призер чемпионата Европы. Насте всегда были упражнения, которые отличались особой сложностью, вот именно что касается работы с предметом, хотя все наши девочки это умеют делать, но я думаю, что у Насти есть такие вот фишки, которые ну, никому под силу не повторить, да, впрочем, как и у Алины. Ждем тоже высокой оценки. Напомню, что у Алины Горнасько было 26,25. Многоблок получила 22,5 балла. Но у израильской гимнастки была допущена серьезная ошибка в конце упражнения.